Bridge. Все, успокоились. Он Акоба, поедатель деревьев. Хорошая лавочка. Все уснули. Мы пришли, встретили нас. Побегали, побесились. И спать. Раз, два, три. Все. Все отдыхают. Видите, место освободилось, теперь другой начинает кусать. Чего ему делать? Нагрудник. И смотри, чтобы творожок не сожрали. Ну, я посмотрю. Раньше времени. Может, чистюльки? Смотрите, кто тут? Так, а мы вот тут. Смотри, Коба прям как чувствовал, что надо сюда сесть. Слушай. Сидеть он на своих местах останавливает. Шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, расстрел на месте. Коба, а ты не облизывайся. Да, слоник у тебя. Оставь. Шанс. Коба. Так, держи Кобу. Садись. Артур, куда ты отворачиваешься? Это не ты, Артур. И ты готов на все имена откликаться. Тихо. Мне слушай. Артур, никого не подпускай. Так не получится. Не лезь. Ничего. Даже бабушка не получится. А, значит, ты там облизываешь, а им нельзя. Нет, это чтобы у него подбородок там, губа нижняя. Да, да, губа. Мусор. Артур, держи. Паутину бы снял тут на окно. Чего? Артур, на. Паутина, там Васьки живут. Там нет Васьков. Артур! Ну откуда тут шерсть? Это Коба. Артур! Не хочет. Он, наверное, напился. Много. Если ребенок пить хотел, что ему? Не пить? Потому что тут всего лишь 100 грамм, Катя. Это для тебя 100 грамм. Артур, держи. Ну, видишь, открывает рот, ест. Держи. Не, видишь, не хочет. Держи. На! Не. Он отворачивает. У него зубы режутся, что к нему все пристают? Пукан горит. Точнее, пукан бомбит, да? Дорогие друзья, а вы знаете, где находится пукан и кто его постоянно бомбит? Все. Зай. Правильно говорить, это, бомбит пукан. Все, папа защитил, да? Да. Папа защитил от страшной мамы. Целуй его в воду. Давай. Чего? Пап, ты мне дай подержать. О, не, он разобьет. Здрасте. Ну, здрасте, коль не шутишь. Юля. Юля. Дай вот. Юля. Царь. Юля. Все. Гуся даже выбирается из-под... Задом с Андрианом.
Банановое небо, банановое солнце. Я знаю, это плохо при вас, что это есть. Не рычи, Куба. Куда ты пытаешься залезть? Никому не дам я ничего, ты что, придется всем по банану давать. Можно каждому по кусочку. Ты все бананы съел. Я все съел по кусочку. Пожалуйста. За последний час возможно. Ой, сейчас. Кому деликатес из шкурок? Да. Банан. Скушали. У вас без попы бананы, мы бы их продавали. Чего? У них без попы бросли бы бананы, мы бы их продавали. Смотри, сейчас спустится. О, все, мне надо поспать чуть-чуть. Какую спать? Блин. Я тоже так хочу. Он не поднимется в воздух. А я тебя уж подам. А я даже не хочу. А ты высоты боишься, из-за этого и не хочешь. Кому деликатес?